вот, ребята, мы пришпортовались. И сейчас стартуем дальше. Ну что, друзья, вот такой у нас костер. Такие у нас дрова. Такие у нас две палочки на наши колбаски. Колбаски тоже две у нас. Колбаски у нас тоже две. А сосисок сколько штук? Шесть. А сосисок шесть. А сосисок шесть. В общем, околбашенные у нас сосиски. Ну, в общем, сейчас у нас по ходу готовочка. Будем готовить. Готовить будем колебастры. Колебастры на медленном огне. Или быстрые колебастры на медленном огне. Да, наверное, так. Присутствует небольшой ветерок, но это только плюс. Ну все, пока отключаюсь. Мы остановились на небольшой привальке. Солнце уже шмалит не на шутку. Уже у нас 11 часов 25 минут. Мы уже 10 минут как пришвартовались. Я, как вы видите, одел камуфляж. Защитить части тела от солнечных лучей, чтобы не сгореть полностью. Самое удивительное — это ходить по воде в носках. Остановились именно на этом месте, потому что было много прикольных мест, но вот сейчас я приближу, покажу. Не было хорошего выхода с воды, то есть постоянно вот такие подмытые подъемы, вот так как тут. А здесь увидели очень сильные волны, очень сильные перекаты, а у нас уже сели аккумуляторы, и мы последний, ну, полчаса, час не снимали. А такие перекаты без камеры проплыть — это просто вас не уважать. Хотели вам показать, поэтому очень экстремально пришлось вот здесь между камней маневрировать. Вот сюда, на мель, остановились, лодочку выкинули на берег, разложили вещи. Намочились бутербродики наши утренние, которые мы должны были скушать еще в городе. Мы их не скушали. Хлебушек у нас хорошо в пакете замотан, сосисечки. Сейчас мы дровишек наберем. Наберем дровишек, разожжем костерчик. Пожарим сосиски, перекусим, посидим, отдохнем, попьем квасок. Ну и дальше в путь. Вот так вот. Смотрим дальше. Все интересное еще впереди. С того берега вот я принес вот кучу дров. Санек настругал палочки нам для сосисечек. Вот такие вот у нас потычочечки остренькие. Вот Санек потянулся. Занимаемся костерчиком, сосисечками. Они у нас очень вкусные сейчас будут, зажаренные на костре, политы квасом. К сожалению, мы, спортсмены, алкоголь на воде не употребляем. А по прибытию в Черновцы пивку, пивка, наверное, дернем. Да, Санек? Обязательно. Ну, вот так вот. Сука, поливает ветерок. Ну, сейчас еще две спички. Последняя. Однозначно у нас победа. 100 пудов, друзья. Победа одержала. Вот он у нас уже горит. Здесь большой костерчик. Сейчас будем подкидывать побольше дровишек. Потолще и поукруже. Раз, спичку забирай, да. А эти супер мощные перекаты нас ждут, и они все усиливаются. Очка. Санек, что ты скажешь нашим телезрителям, чтобы готовили тоже покушать что-то? Правильно? Я думаю, что берите свой борщ, идите на кухню. Следующие кадры будут очень вкусные. Вот она, на этом самом намотана.
И сейчас приступаем мы к процессу приготовления. Блин, жар просто нереальный. Что вы скажете нам по этому поводу, Александр? Я думаю, что надо чуть быстрее употребить. Употребить. Но, к сожалению, у нас употребить только сосиски и квасок. Да, вот так вот она раскрылась, превратилась в розочку. Соки с нее прямо капают. Вот насколько она сочная и как она уже хочет ко мне в желудок. Но мы ее сейчас домучаем. Слюньки, кстати, ребята, уже глутая. Минут 5. Смотрите, какие соки с нее капают. Ох, какая она. Моя сосисечка, точнее магазинная, уже пожарилась. Готова к употреблению. Сейчас подождем, пока Санек дожарит. Моя чуть-чуть подостынет. Вот она, моя сосисечка, уже остыла чуть-чуть. Всем приятного аппетита. Не забываем кушать все с хлебушком. Он у нас размокает чуть-чуть. Ну ничего, вот такой кусочек хлебушка у нас и сосисечка. Приятного аппетита. Приятного, приятного. Ням-ням. Вот это вот вкусняшечка. Ребята, советую вам всем кушать вот такую вкусняшечку почаще. Но это не передать словами, насколько это вкусно. Она еще такая солененькая, замечательная. Все. Приятного аппетита. Начинаем мы поглощать. Вот такая вот моя текущая, вот капающая сосиска. Вот. Довольно-таки жирная. Довольно-таки прямо жирная. У тебя. Ну, прямо магазинная. И, друзья, что я вам рекомендую? Берите вот такой хлебушек, берите такую сосиску. Сосиску можно вытереть об хлебушек. Это никогда не плохо. Но учтите, что лишний жир в организме – это нехорошо. Приятного аппетита! А мы поедаем эту вкусняшечку. Ну, как вам? Просто бомба. Замечательно вкусно. Ну что, друзья, первая сосисечка ушла. Очень вкусно и очень быстро. Приступаем к жарке второй. Вот такие, друзья, кабаносики у нас. Что ты там разглядываешь? Мяско. Мяско тут замечательно. Сосиски, кстати, высший сорт, очень хороший. Приятного аппетита. Сани я предупреждал, что солнце будет сильно жарить, но он не взял кофту с рукавами. И приходится сейчас ему что-то выдумывать, наматывать на руки, чтобы не сгорать. Хотя это ему не поможет, он уже сгорел, я даю гарантию, что завтра и послезавтра будет в шоке. Костерчик мы уже потушили, все большие недогоревшие палки кинули в воду, чтобы загасить. Грань камешками закидали, пакет собран, Саня собран. Наелся? А до отвала просто. И я очень плотно покушал. Ну а дальше нас ждет вот эта вот страшная переправа. Так что, ребята, мы кидаем лодку на воду. Зачехляем сейчас рюкзачки, все в пакеты. Все назад как было, как мы сплавлялись. Ну и приступаем дальше к сплаву. Смотрим уже дальше с лодки. Это будет сейчас что-то с чем. Там волны реально очень большие. Санек вон заходит уже. Руки у него конкретно горят. Я монтирую. Ну, дальше сейчас голые. Ну что, ребята, стартуем. Готов? Thank you.
так вот мы прошли те страшные переправы. Реально могло выкинуть на коряге. Но мы справились. Я удержал руль, поборол этого сине-оранжевого волка на этих волнах. Продолжаем наше путешествие. Вот здесь видим. Ребята, мы уже прибыли в место назначения. Как и обещали, вам выпить по бутылочке пивка. По месту Саня наминает уже сосиску, жареную нами на костре в дороге.
Лисичка очень вкусная, моя еще в пакете отдыхает, ждет. Ну, в общем, вот так. Вот мы на гравитоне. Ну вот и закончилось, друзья, наше нелегкое путешествие. Все, кто был с нами, огромное спасибо вам, кто досмотрел до конца. Вот, будем и дальше радовать вас приятными сплавами по реке Прут. Ну и подписываемся на канал, ставим лайки, не забываем про это, друзья. Ну а на этом пока что всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока. Thank you.